строительство автодороги между Веселым и Новым Светом по трассе линии электропередачи. Это я не буду рассказывать, всем понятно, что это даст толчок. Я сразу конкретизирую. У каждого, если вы видели, да, и читали документы, генеральный план предусматривает объекты федерального, регионального и местного значения. И я говорил о том, если вы видели в генеральном плане, что дороги существуют федерального, межмуниципального, местного значения. Дорога, предполагаемая между Судаком и Новым Светом, она не может быть городской, не может быть местного значения. Насколько я знаю, этот вопрос службы автомобильных дорог. Но вы рассматривали этот вопрос. И если в программе на региональном уровне или в федеральной программе будет что-то принято, тогда будет это заложено в документацию по планировке территории. Сегодня мы на этом уровне, мы пишем ваши право. Нет, это перспектива того, что возможно быть. Да.